Это похоже на судьбу человека. Вот это озерцо маленькое, это как жизнь человека. Вот она протекает, это его судьба. И уходит большое великое море, бесконечная вселенная. И вот я буквально за минуту работы взял и перегородил эту судьбу, изменил ее русло. Она стала обходить вот там слева. То есть изменил судьбу человека, как будто. А сейчас снова ручеек этот прорывается на середине, опять возвращается в прежнее русло. И когда это озерцо закончится, как будто закончится жизнь человека.